И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик непосредственно будет посвящен нашему матчмейкингу, который вернулся в старое замечательное русло. Сегодня поиграем. Вспомним те самые старые форматы, режимы, где можно фармить. Ну и наконец-таки я поиграю на том самом хоппере, а то 16 на 16 уж его жестко очень нагибали, пинали. Ну а сейчас я скатал пару боев, и вам могу с уверенностью сказать, что хоппер вернулся. Тот самый красивый, нагибаторский, замечательный корпус. И поэтому сегодня у нас будет такой вот игровой видосик, и заодно поговорим о том, что что-то случилось с матчмейкингом. Я не знаю, то ли он сломался, то ли хз, но почему-то сейчас, вот сегодня получается первый день после эксперимента, и что-то там сбилось, что-то нарушило, кидают очень маленькие звания, но нам это, наверное, больше в плюс. Можно побольше пофермить, пофармить. Ну и я вам попытаюсь за данный видеоролик показать, насколько жестко можно сейчас поднимать хорошее количество кристаллов в матчмейкинговых боях. Играем, как всегда, регби, хоппер, фризочек, можно, конечно, жигу. Ну, я что-то как-то больше склонен к фризу, мне он что-то как-то по душе побольше, и поэтому как-то так. Если ждали игровые видосы, которых у нас, к слову, в последнее время, если я не ошибаюсь, вообще не было, уже какой-то длительный период времени, если вы их ждали, то обязательно поддержите его лайком. Если данный видеоролик наберет 150 луксов, то запишем совсем скоро следующий игровой видос, и наконец-таки я потихо уже вернусь в старое русло и буду больше уже игровые видосы записывать, а не просто там балаболить и какую-то ерунду вам рассказывать. Поэтому как-то так. Ладно, мы уже 2-0 ведем, 140 очков, я пока на первом месте. Играю, конечно же, на хоппере, на мышке, потому что мышка хопперу дает огромнейшее преимущество. И здесь даже у меня нету мысли о том, чтобы одеть... Так, давайте... Ай, не успел прыгнуть. Нету даже мысли о том, чтобы выключить мышку, потому что все эти стрейфы очень хорошо работают именно с мышкой. Поэтому, если вы играете на данном замечательном корпусе, то я бы вам советовал бы тоже попробовать поиграть на мышке, даже если вы не какой-то мышковод. И вот довольно быстро привыкнете, просто у вас там башня будет приварена больше к своему корпусу. Ну, а так, в плане удобства, вы получите довольно большое количество разного рода преимущества. Давайте попробуем отсюда прыгать. Интересно, долечу я. Ну, почти долетел. Ну, в принципе, там такие деферы, что я мог бы, наверное, даже просто без прыжка доставить. Но мне было интересно, сумею я долететь или не сумею. 4-0 ведем, 2,5 минуты прошло. Я вспоминаю тот самый старый матчмейкинг, а не 16 на 16, где было все максимально сложно. С одной стороны, наверное, немножечко неинтересно становится в плане того, что здесь все, ну, прям максимально легко, да. То есть ты даже если получишь плохих тиммейтов, 8 на 8... ты сможешь потянуть. Но вот 16 на 16, поверьте мне, 16 на 16, ну, крайне сложно что-либо сделать самому, вот даже, ну, вот с такими даже тиммейтами, да. А 16 на 16, ой, 8 на 8, вот такая вот изи-каточка. Ты просто в легенькую забираешь и вообще не думаешь о том, что у тебя что-то может не получиться. Легкая тысяча за 2 с копейками минут, но это, если честно, мало, потому что я уверен, что можно получить намного, намного больше. И давайте постараемся сделать больше. Оса. Я думаю, что можно даже 2-3 катки сыграть, посмотрим, в зависимости от того, насколько они быстрые будут. Играем чисто от мяча, ни от каких киллов, просто выбираем какие-то правильные траектории, дабы легче было доставлять. Вот я сейчас хотел чисто по правой зоне пойти, чтобы мне смока не кидала урон, но, к сожалению, там рельса какая-то прилетела жесткая, скорее всего, я думаю, что она прилетела с бустером, потому что у меня 20% резиста есть. И там, скорее всего, был выстрел с бустером, снял, ну, довольно приличное количество здоровья. Я, честно говоря, не ожидал, что столько урона я получу в свой танчик. Так, ну и пока не все так хорошо складывается, если честно. Что у нас тут пока что все очень на тоненького. Давайте попробуем, я не знаю, как-то тут через правую зону раскрутить. Может быть, как-то получится. Я надеюсь, что мне там в харю сейчас не прилетит ничего. Да, хорошо, отлично. Широким стрейфом сейчас этого молодого человечка пройдем. И вот так
Оп, отлично. 1-0, так, ну, за минуточку. Если каждый мяч по минутке ставить, это, конечно, долговато будет. Я думаю, что можно ускориться. Если мне немножечко хотя бы будет саппортить мои тиммейты, хотя бы просто уничтожать противника или играть мясом, будет неплохо. Пока я, если честно, не чувствую помощи от своей команды. Ну, вроде там у одного человечка есть пару-тройку киллов, значит, что-то он делает. Так, ну и пока противник пойдет за голдом, я быстренько поеду, доставлю. Все как всегда, все по дефолтику. Мы всегда играем по своей тактике. Пока кто-то фармит кристалл из тысячи какой-то летящий, мы быстренько-быстренько летим доставлять. Я уже в последнее время привык так делать. И, ну, не знаю, как-то для меня стала победа намного важнее в матчмейкинге. Я уже вообще перестал смотреть на голды дроповые. И, ну, бывает, конечно, там раз в год. И палка, как говорится, стреляет, там, поедешь, заберешь, но как-то уже перестал я акцентировать внимание на золотые ящики. И для меня уже победа стала еще более важнее даже в матчмейкинге. 4.5 минуты до конца 2-0. Ну, пока все идет к досрочке, но к такой, знаете, медленной досрочке. Я пока не особо чувствую, что что-то быстро здесь происходит. Тут какие-то мои уничтожения. Блин, молодой человек, спасибо, что вы не взяли. Так, и я знаю, что здесь можно, например, вот с этого борта долететь до точки. Вот так вот. Да? Да, почти. Ну, чуть-чуть там не долетает, конечно. Если бы я с моста летел, было бы поеще эффективнее и получше, что по мне даже бы никто бы не мог бы зацепить. Ну, даже так можно неплохо полететь, доставить. Так, точка подбора мяча не самая удобная. Не самая удобная. Ну, я надеюсь, что сейчас кто-нибудь этот мяч подвезет куда-нибудь в более удобную точку. Либо противник, либо наш союзник. Ну и вот, противник уже повез его, это хорошо. Главное не дать ему доставить. Я, к слову, на хоппере использую сейчас иммунитет от оглушения. На случай того, если будет против, например, хоппер. Да даже хантер, да, чтобы он не мог меня никак застопить. Даже если у меня там расходка будет спадать, то он меня застопить не сможет. Да, как я и говорил, эта рельса играет на бустере. Я тогда думал, почему такой большой урон по мне прилетел. Я оказался прав. Он играет на бустерочке. 3 минутки до конца, 3-0 ведем. Ну, по сути, это уже выигранный бой. Но мне хотелось бы, наверное, выиграть его досрочно. Мяч, я надеюсь, в киллзону не улетит. Не улетит. Так, теперь можно попробовать. А, кто-то овер прожал. Ну ладно, надо тогда чуть-чуть посейвить сверху. Чуть-чуть посейвить, попробовать. А, нет, кто-то слил. Блин. Обидно, обидно. Мне тут такие катки до этого попадались. Прям вообще изи-изевые. А сейчас, как видос включил, так сразу катки какие-то более жесткие. Я фрагменты понезаписывал. У меня там по 600, по 700 очков было. Ну, такие хорошие, прям бодренькие. Сейчас что-то как-то так не заходит, но... Я не буду, знаете, выискивать какие-то супер бои. Мы остановимся даже на таком бою. Чё? Я уж не тот человек, который там будет говорить, что... Ой, так, этот бой такой себе, его выкладывать не стоит. Нормально, бодренько. Главное, что есть хоть какая-то конкуренция. И даже в 8-8 чувствуется, что против есть кто-то, а не просто мясо какое-то. При том раскладе, то, что там вон у типов по 7000 ГС. Но они вон как борются, стараются играть. Стараются тянуть каточку. Так, ну все, расставить. Попробуем вот здесь вот объехать. И отсюда уже запрыгнуть. Есть... Есть, есть. Хорошо. 4-0, минута 30 до конца. Если я набью здесь больше 500-очки, то, по идее, мне должны давать больше 2 косарей. А больше 2 косарей это очень неплохой кэфчик. По крайней мере, для 8-8. Давайте попробуем. Мяч забрали. Плохо. Плохо, что забрали мяч. Если честно. Ну и похоже, наш тиммейт поставит. Если поставит, будет молодцом. Да, поставит. Найс, 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 найс. Ну и давайте еще одну каточку, я думаю, сыграем.
Да, я 2 касика бы получил, если бы мы выиграли катку досрочно. Я, к слову, сегодня и по 3000 брал в боях. Поэтому фарм есть. Фарм есть определенно. В матчмейкинге сейчас можно нормально здесь забирать. Но понятное дело, что ну, вот с такими картами все обстоит намного-намного тяжелее. Да, то есть это бойня, это не совсем удобная карта. Хотя для хоппера неплохая. Если бы я, конечно, играл бы с кризисом. Но так... Есть, конечно, намного удобнее и интереснее карты. Давайте попробуем ее выиграть. Надеюсь, что получится. Первая доставочка имеется. Пробуем сейчас быстро за счет первых доставок проконтролировать зону выпадения мяча и за счет этого отыграть более грамотно как-то. Я надеюсь, что получится. Так, мяч падает, 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 падает. По идее, если сейчас мой тиммейт мне не заруинит, ну ладно, пусть ставит, если сможет поставить. Если сможет поставить, пусть ставит. Я думаю, что его сейчас чпокну. Это, конечно, не эксперт, но мне кажется, что его... А нет, не чпокнули. И жига жгла меня, а не того, кто вез мяч. Гениальный мув, если честно, гениальный. Ладно, пойдем за еще одним мячиком. Ничего страшного. Можно было, наверное, даже на рез пойти. Ну ладно. Я поплыл. Я лучше поплыл. Сейчас на верочку заберу мячик. Что-то его не забрал. Мой замечательный тиммейт, который будет вести его полгода. Она будет все четко. Все будет четко, четко, четко. Так, этого молодого человека мы просто стопим, чтобы он нам не мешал. Ну и здесь просто доставочку легенькую делаем. Можно даже нарез пути. Да, от бомбочки. Для бойни очень быстрый бой. То есть за 2 минуты 3 мяча уже доставили на бойню. Я, честно говоря, думал, что, знаете, тут будет такая очень тяжелая, вязкая, плотная катка. И тут что-то как-то все чересчур изи-шмизи. Это, конечно, не может меня не радовать. Это реально хорошая, легенькая, изевая каточка. Но, с другой стороны, наверное, за эту изевую каточку я особо много не подформлю. Наверное, особо много мне крисов не насыпят. Хотя, у меня 300 у второго 100. Если бы я доставил бы еще один мяч, было бы вообще великолепно. Ну и заодно бы посмотрим, вот сколько можно, например, за... Ну, наверное, тут 3 минуты будет матчмейкинговая катка идти. Сколько вот за 3 минуты можно такой вот матчмейкинговой катки получить. Не знаю, честно говоря, сколько можно схавать. Но мне кажется, что можно схавать неплохо. Ставим. 400. Да, почти двоечка за 3 минуты. Вот так вот. Вот так вот за 3 минуты можно почти 2000 кристаллов урабатывать. Притом это 8 на 8, да. То есть вот такой вот хоппер у нас, который и до этого был очень удобным, замечательным корпусом. И сейчас тоже... отлично себя показывает в матчмейкинге. У меня, друзья, на этом сегодня все. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно поддержите его лайком, подписочкой на канал, буду вам безумно благодарен. Ну и если вы хотите, чтобы у нас игровые видосы выходили чаще, набираем 150-ку. Ну и в комментариях по этому поводу можно тоже что-нибудь написать, продвинуть. Будет мне очень приятно. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.